Вы на канале Кира ЛПС и со мной Кристина. Она будет тоже часто сниматься в моем видео. Да. Так что подписывайтесь на мой канал в лайке и на ютубе, и на Кристинин лайк. Поэтому... Ссылка внизу в описании. Вот мой инстаграм. У нас сейчас идет влог, как вы их просили, чтобы Кристина очень часто снималась. Ну так вот, вот вам. Если вы хотите, чтобы я снимала видео про свой личный дневник, тогда ставьте лайк. А если вы хотите смотреть от меня уроки на скейте, вот тогда подписка. Ну а если вы хотите, понюхать вот эти цветочки и встретиться со мной на фан-встрече 100к подписчиков, тогда колокольчик, репост и написать в комментариях свой топ в инстаграм. То есть аккаунт. Поняли? Нет, давай скатаемся на скейт. Давай. Кристина меня сейчас заснимет. Это уже по-честному. Да. Видишь себя? Все, смотри, Кристина. Сейчас. Сейчас, ребята, я буду ездить на моем новом скейте. Кстати, у меня новый скейт. Я на нем только учусь кататься. У меня есть сумочка переносная. Это моя новая кофта. Да. А показать вам фокус? Это кофта, это куртка сейчас серая, она станет розовой. Все. А это называется куртка перевернутая, потому что можно серебристое делать, а можно розовое. Тогда на розовой нет карманов, на зато есть вот такие карманы от серой. Ладно, сейчас будем кататься на скейте. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажмите на колокольчик и пожелайте мне удачи. Чтобы я не грохнул. Как сегодня было, она грохнулась нечаянно. Ну, нечаянно бьют отчаянно. Кир, ты сейчас перевернешь, ты кажется. Раз, два, три. Это пока начало. А потом я покажу. Да, потом Кристина покажет. Не тряси. Просто держи. Кристин, ты смотри на меня. А, подожди, подожди. Надо не так близко, а то трубу можно. Того. Так. Повредни немного телефон. Вот так. Все, так вот? Чтобы меня видно. Ну вот, если вам нравится. А теперь я. А теперь Кристина. Да, вот ты. Все, Кристин, тебя видно? Да. Кристин, такая прикольная, она не любит компании. Давай. Ты видишь себя? Ну, Кристина со мной учится, мы там вот шашлыки жарим. Да. Вот. Сейчас я вот... Сейчас, Кира, покати меня. Тюлень. Я на скейт села. Раз. Два. Подожди, ты тяжелый. Раз, два, три. Я теперь хочу попробовать. Вау! Теперь я. Кусочек изумруда. Покажи. Вот. Сейчас я доеду. Вот, видите, зелененький. Да, точно. Себе я заберу. Желание буду заказывать. Раз. Толкни меня тоже, пожалуйста. Сейчас уберу. Так. Это телефон буду держать. Вот. Сейчас я поеду. И она... Раз, два, три. Подожди. Раз, два, три. Ой! Я сейчас буду лежа. Да. Так, пойдем. Все, до свидания. Теперь я. Класс. Че,
все. Мы сейчас будем есть гамбургеры и наггетсы. Ребята, познакомьтесь с моей мамой. Алена Конева. Все. На телефон. Подожди. И рюкзак. И рюкзак. Да, это моя мама. Мы будем сейчас есть наггетсы и гамбургеры с соком. Давай. Терпи. Я держу телефон. Ну все. До свидания, женщина. Упс. Короче, сейчас я буду вот так. Вот так. Я сейчас ее подтолкну. Раз, два, три. А теперь назад. И теперь вперед. Теперь ты, Кристина, так клево, ребят, реал. Да. У кого есть кит, советую так по... До свидания! И куда? Не тормози, я сама тормози. Я вижу, что... Да не тормози ты, господи! Ладно. Ой, подождите. Я тут... Что? Все? Да. Говорю, не тормози! Куда меня потащила? Чуть следовало, блин. Нет. Давай, Серж, кстати, нарисован тут рисунок собаки. Теперь ты меня катай. Давай. Давай. Сейчас буду кататься. Это видео будет, наверное, 12-15 минут. Да, это точно. Влог. Да, влог долгий есть. Есть быстренький там минут 5. Кир, ты готова? Раз, да. Два, три. И раз, два, три. Тебе еще хочется? Да. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. О, класс, Кристина, тебе так же подкатать. На. Я вот так. Вань, не, давай не так, а как я. Тут катаемся. Замерзли? Нет! Точно? Точно. Ложись, Костя. Давай телефон. Упс. Мне уже страшно, если честно. Ты сможешь так же перебегать? Упс. Я два, три, Кира, я вижу, что там тут. Ты что, хочешь? Да. Как я тебе тоже читаю. А ты голову положи. А ты голову просто так. Волосы. Вот. Так. Терпи меня, только один раз больше, ладно? Ну все. Вперед и назад. Да? Да. Давай. Раз, два, три. Йоху! Раз, два, три. Я сейчас закрою глаза, и будет реальная реакция. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Эй! Ой, извини. Больно. Кажется, колески вот на эту деревяшку. Давай теперь сиди. Раз, давай два, вместе. Три. Ё-моё! Наверное, видео будет 20 минут. А сколько минут сейчас прошло уже? Сейчас 9 минут пошло. Может быть и час, не знаю. Да. Но влог-то большой. Раз, ты катайся, я сейчас приду. Ребята, я вам сейчас это покажу. Цветочки. У нас тут белочки даже. Вот, ребят, мы им тут... Мы Демс положили, не знаю, будет она или нет. Но у нас тут белочки, да. Ой. Сейчас покажу, какие растут у нас ромашки. А у нас вот такие ромашки. Я расфоткаю.
Да. Вот так, это видео уже 10 минут идет, но оно будет, наверное, часик, там, не знаю. Потому что, ну, сейчас я пойду. Там мостик. Опа! Вот сейчас тут грибы бывают, растут. Вон там еще у нас цветочки. Ну тут больше у бабушки домашек. Да, если кто не в курсе. Я сейчас говорю в микрофон. Да, просто это. Да. Сейчас покажу. Здравствуйте! Я заснула. Покатай меня. Пожи. Пожи, а то тебя катать не буду. 10 раз туда и обратно. Все, да? Поняла? 10 раз туда, 9 раз туда. 10 туда, 9 туда. Ну, ты сама сейчас видишь. Ну ладно, 5 раз туда. Давайте. 1, 2, 3. Так, 1 раз. Держи, не надо встать. 1, 2, 3. Ты сама тогда будешь кататься, что ли? Нет, мне так неудобно. Давай сейчас. Скидку добавим туда. Подожди, подожди. А сколько раз я тебя уже покатала? 2. Да. 1 раз туда, 1 раз. Еще 1 раз. 2. Еще по 3 раза. Господи, добрый. Так. Вот как водится. Еще. Тебе больно, Кира? Нет. И еще по 2 раза. Да. Так, Кир, подожди. Встань. Я сейчас пододвину, что вот ты сейчас у самого столба окажешься. Как-то криво. Ой, да. Что на улице сейчас будет? А! Ё-моё! Вот так вот. Всё. 1, 2, 3. Вот как все происходит на улице. 1, 2, 3. Извини. Ничего, мне не больно. Простите. Ой! Классно! Видео уже 13 минут. Ого! Ну, это тоже. 1, 2. Подожди, стой. По 2 раза. Еще. Я тебя уже устала. 1 раз туда, 2 раза туда. 1, 2, 3. Еще по 1 разу. Так. Еще 1 раз туда и все. Все. Ой. Пикало. Я катаюсь на скейте. Катайся, а я пока посижу, посмотрю. Кстати, у нас есть цветочки еще вот такие. Ты помнишь, как я раньше катала? Ага. А сейчас тут вот. Уже 2 метра тут или 3. 2-3 метра, не знаю. С 2 моих папы, даже с 3,5. Молодец. Я сейчас покажу. Ребята, это не врет, смотрите. Мне кажется, она красивее меня, потому что у меня 22 зуба. Поздравляем, мы вас с Кирой. Нам уже по 8 лет. Нам уже по 10 лет. Да, нам вот. По 10 лет уже. И мы в 5-м, ой, в 4-м классе. Так, подожди. Так. Да, мы сейчас... мы переходим в 4-й, да. Вот. Четвертый. Ребята, на самом деле это шутка, нам по 8 мы переходим во второй. Видите, как она училась? Ты видела?
Я видела и много раз так делала. Мы на животе, на спине, сидя, на все. Кристина, а покатай меня до той лавочки большой, до тут, оттуда до туда, и я тебя так же. Только на лесенке не надо катать. Смотри, сейчас ты спустишься по лесенке. Давай, скетчер, буду держаться телефон. Все, я сейчас вот... Давай. Ура, кушать! А скейт мой украдут. Оль. Сейчас будем наггетсы с гамбургерами есть. Чё? Булочку дай чесночную. Не надо. Садись. Первая наггетсы. Сейчас мы будем кушать. Да. Ребята, если вы хотите, чтобы я снимал много рублик со слаймами, ставьте лайки. И напишите в комментах «хочу». А если не хотите, то не хочу. Кира, не проще поставить как-то? Вот. Чтобы нас просто видно было? Да, мы сейчас будем есть наггетсы. Кира, подвигайся. Держите тарелку. Наггетсы покупные. Сейчас приду. Окей. Да нету дождя. Капает. Капает. Идемте в дом. Капает. Я не чувствую. Реально вот не чувствую. Не чувствуешь? Ну он такой, капнул. Сейчас дождь идет. Да, вилочку принести им еще. Но он... Пойдемте в дом. Такой мел, ну как тебе сказать, капля капнула. Кирси, я вложу салфетку, дать. Не, вот, пойдемте видишь, в дом. Вот на патио посмотри. Да, хочу домой. Как раз по ветерам тур еще. Кто будем... придешь? Обзор по дому. А. Бабушка помогает. Пойдем под крышу. Бурходим. Кстати, белка уже, ну, эмандельский. Съела. Так, мы сейчас дома у бабушки Лены. Да. Закрой дверь до конца. Я у них в гостях. Ой, почему свет выключился? Ух. Сключился. Если вы хотите возьмите... Блин. Кажется. Ладно, шучу, это мы прикалываемся просто. Да, это мы прикалываемся. Снимаем куртку. Да. Ну, сейчас сниму сумочку. Ой, извините. Упс. А вот, это мой рюкзак. Помоги снять. Сумку-то? Да. Как-нибудь. Так, как тут тебя дальше? Так, спасибо. Кристина, первый раз видишь дом бабушки Лены? Что? Чего? Да, у бабушки двухэтажный дом. Так, смотрите, здесь у нас кухня, как бы там можно порисовать на высоких стульях. А вот здесь гостиная, здесь вот телек. И, кстати, там есть еще вот здесь. Смотрите, вот здесь вот Саша нарисовала Юля в детстве, 5 лет, и вот какая она сейчас. Я даже сейчас, оп, вот. Лучше носки грязные снять. Я же в кроссовках как бы ходила. А пойдемся на второй этаж? Давай, не то, что ракет. Да, снимай. Так удобно просто. Это не мой дом, это бабушки Лены, если вы не поняли. Соски, хочешь покажу, как я ногу ободрала? Покажи. Вот. Видишь, вот тут я ободрала ногу. О, понятно. Поднимаемся на второй этаж. Я на такой лестнице никогда не поднималась. Ну а что? Мы как бы дома уже. Да. Родители приносят там еду. Мы будем на втором этаже. Тут у бабушки тут перестановка. Тут вторая ванная. Тут уютно. Открой. Все. Так, вот здесь вот ванна. Ну, все, знак.
Покажу картинку сейчас, Юля. Вот это вот не знаю, наверное... Смотрите, это Юля со мной. Хорошо, сейчас спустимся.